Всем привет! Мы воспитанные собаки, пока красные, стоим и ожидаем своей прогулки. Все, зеленый, пошли, пошли. Ай, молодцы. Здесь поприятнее в туалет ходить, да? Ну, конечно. Вот так вот еще бахнул. Набираем разгон и... Стоп, парень. Кто спрашивает, где мы гуляем, мы сейчас как парк Шевченко перекрыли. Мы сейчас все время спускаемся к центральному рынку и топаем вдоль набережной и наворачиваем круги здесь по городу. Поэтому, если кто-то нас хочет встретить, время у нас всегда разное. И утром, и днем, и вечером, и ночью выходим. Но, в общем, маршрут вы теперь знаете. Кто это у нас тут зашел в спа-салончик под фонтанчики? А? Тут травка повкуснее, да, свеженькая, только помыли. Рокки, Рокки, пошли, пошли, плавун наш. Пошли, пошли, еще покатаемся, покатаемся на лодочках, погнали. Так, забирай, Майка, забирай, забирай. Рокки, Рокки, и ты туда же, пошли. Что ты, охотник, уток погонял? Пошли, 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 Майки, давай, давай. Ох, походка такого именно лазерного бойца. Такое хулиганье. Я ночной хулиган, у меня есть наган. Я похож на маман, и я вечно пьян. Майки, давай, догоняй, 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 догоняй. Давай, малыш, давай. Топай, топай, топай. Пошли. Пошли, давайте. Пробежечку. А? Эх, эх, Майки, я-то думал. Малыш, не ту погоду я выбрал, да, не ту погоду для пробежек. Не получилось пранкануть, да? Майк, пошли, Майки, Майки, Майк. Пошли. Конечно, прочитал, столовая по-домашнему. А, по-домашнему? Погнали. Дири-дири-бум, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом. Такая дичь была, не знаю, в каком году, чтоб свет выключали. Что это за херня? Посреди белого дня у нас выключают свет. Она заколебала. Так, пейте, пейте, малыши. Посвети еще. Так, а свечу вроде кучек нету. Так. О, парни. Короче, капец. Все, всем пока. Пришли вот так вот. Посреди белого дня у нас света нету дома. Что ты воешь? Что ты воешь, мышка маленькая? Маленькая, маленькая мышка. Маленькая мышка моя. Да, сидела тут одна мышка на ручках. Я тебя люблю. Да.